Магнитогорский «Металлург» к заключительной паузе в чемпионате КХЛ подошел в хорошем настроении. Команда досрочно выиграла Восточную конференцию, а в заключительном матче домашней серии накануне Евротура одержала волевую победу над принципиальным соперником – питерским СКА. Несколько дней заслуженного отдыха, восстановить силы и подлечить микроповреждения – и снова на лед. Пока Илья Петрович Воробьев пребывает в составе национальной сборной, с командой работают его ассистенты. Когда мы возвращаемся по игрокам, и мы говорим, что мы взяли игрока, разговариваем. Сами говорите, игры были непростые, и игр было много, поэтому нужно было перезарядиться эмоционально, ну а физически это само собой, раз столько игр подряд было. Здесь отдохнули, сейчас готовимся, работаем. Сейчас у нас 3 ударных дня и там паузу один день и снова к работе приступим, и там уже игры. К матчам плей-офф «Магнитка» готовится ударно. В ежедневном формате двухразовые ледовые тренировки. Помимо наработки комбинаций и различных решений тех или иных игровых ситуаций, тренерский штаб уделяет особое внимание физическим кондициям игроков. Ведется и индивидуальная работа с некоторыми хоккеистами. При этом Илья Воробьев постоянно на связи, интересуется новостями и активно участвует в тренировочном процессе. Этот механизм в «Металлурге» отлажен. Мы общаемся каждый день, и мы уверены, что понимаем друг друга. Все так, как будто Илья Петрович находился здесь. Работаем и готовимся к плей-офф вместе. Я думаю, самое важное, что наши парни уверены в себе и готовы принять любой вызов, против кого бы ни пришлось играть. Мы упорно тренируемся, много работаем. Думаю, парни чувствуют себя хорошо и ждут с нетерпением матчей плей-офф. Тренерский штаб «Магнитки» отмечает хорошую физическую форму хоккеистов, а самое главное – феноменальное трудолюбие. Даже в свои законные выходные никто не сидел без дела. Кто-то работал в зале, кто-то выходил на лед. Сейчас 2 ледовые тренировки в день совмещаются с занятиями в тренажерном зале. Плей-офф – дистанция длинная, и именно в этот момент очень важно получить нагрузки, которые позволят сохранить силы до конца, говорит тренер по УФП «Металлурга» Сергей Киприянов. В плане подготовки физики сейчас упор направлен в этих тренировках на силу. Следующий этапом пойдет скоростно-силовая. Индивидуально дорабатываем, вне тренировочного плана дорабатываем отдельно. Значит, и по специфике вратари и полевые игроки, это разная работа тоже выполняется. Это вот именно тот момент, когда сейчас находится под физической нагрузкой команда. Форма хорошая и настрой хороший на работу. Как бы физику сейчас больше закладываем, чтобы хватило на игры. А так, сам на что добавить, ну, это каждый игрок сам себе знает, как бы, и смотрит, что там ему нужно. В конце тренировки, может, чем-нибудь занимается. Вместе с основным составом «Магнитки» тренируется и ближайший резерв. Тренерский штаб привлек к подготовке молодые кадры. С одной стороны, всегда требуется иметь глубину состава, с другой – молодежь получает шанс существенно улучшить свои навыки, перенять бесценный опыт старших товарищей. Мы думаем, это важно для молодых игроков и стальных лисов получить возможность тренироваться с главной командой, получать опыт на этом уровне. Поиграть с такими людьми, как Мазякин, Осало, Зарипов, Семин, это значит получить опыт, который поможет молодежи играть на равных уже на уровне КХЛ. Мы думаем, что это здорово для всех. Интенсивная работа по планам тренеров займет несколько дней, затем график будет скорректирован. В рамках регулярного чемпионата «Магнитке» предстоит сыграть еще 2 матча, оба с челябинским «Трактором», а после начнутся кубковые встречи. Интересно, что соперник «Металлурга» по первому раунду плей-офф может определиться в последний день гладкого чемпионата. В стане «Магнитки» готовы и к этому. Лично вот мне вообще все равно. Главное выигрывать. А там кто выйдет, как бы... У любого соперника нужно выигрывать. Мы много и тяжело работаем в зале, на льду. Психологически мы в хорошем положении, потому что мы уже заняли первое место в конференции. Чувствуем себя уверенно. У нас хорошие вратари, мастеровитые нападающие и опытные защитники. Мы чувствуем, что готовы побеждать на каждом участке.